Шастон Шальмевич Симондоев. Ничего себе, как мне его запомнить? Это сейчас эти суфлеры там ля-ля-ля, тополя могут писать быстренько тебе, и ты все говоришь. А раньше же этого не было, мы же все наизусть учили. Ну и вот думаю, как же мне запомнить? Вспомнила ассоциативную память, как я сейчас студентов учу своих. Я говорю, так, значит, думаю про себя. Шастон, от слова шастать. Шальмевич, Шаль, Симондоев, Симон дует. Видите, сколько лет прошло, я до сих пор помню эту фамилию и имя этого человека. Может быть, я не знаю, кто он там, что он, но фамилию, имя я его помню. Шастон Шальмевич Симондоев.